Врач не просто профессия, это образ жизни. В Махачкале в профсоюзе работников здравоохранения в рамках проекта «Герои среди нас» отметили медиков, которые в сложной ситуации не растерялись и оказали первую помощь. О том, какими качествами необходимо обладать, чтобы спасать людей, смотрите в сюжете Карины Баталовой. Трезвый рассудок и горячее сердце. Именно это помогло, по словам наших героев, им в сложной ситуации. Один из недавних примеров – история главврача Цумадинской больницы, спасшего женщину на борту самолета рейса Москва-Махачкала. Дагестанка потеряла сознание, пульс не прощупывался. Давала о себе знать недавно проведенная операция на сердце. Я говорю, у вас аптечка есть? Они принесли аптечку, когда там у них такая бедная аптечка, ну там нашел кардиомин. Она так как возбуждает дыхательный центр, сделала 4 кардиомин помещено. Я говорю, кислород принесли, принесли кислород. И они говорят, потом я говорю, дайте мне 10 там суматоха, 10-15 минут дайте, пока я с этой женщиной займусь. Пилоты хотели экстренно посадить самолет, но Дибирасулаев взял на себя ответственность и оказал помощь больной до прилета в Дагестан. Здесь уже ждала карета скорой. Сейчас женщина в удовлетворительном состоянии, находится под наблюдением у врачей. Дибирасулаев Хайрул Адам Магомедович. 3 года назад Раисат и ее отец оказались в эпицентре взрыва у Джамикентского поста. Девушка училась в тот период на первом курсе фельдшерского отделения. Совсем юная, новичок в медицине, несмотря на ранения, ожоги лица и кистей рук, она пыталась самостоятельно оттащить отца подальше от бушующего огня. У него моментально сгорели брови, волосы, лицо сразу приобрело такой багровый оттенок. Если честно, я его не узнала. Она с машины вытащила и тащит меня, машина горит. Она у меня 100 килограмм, я говорю, Райка, оставь меня, убегай, сейчас газовый баллон взорвется. Нет, дочка плачет, тащит за руки меня. Отцу пришлось ампутировать ногу. Несмотря на это, он старается забыть о том страшном дне. Все больше вспоминая хорошее, радуясь каждому дню. А помогает в этом маленький внук Ибрагим, имя которому дали в честь травматолога медсанчасти МВД, спасшему вторую ногу отцу Раисат. Он также удостаивается почетной грамоты. Ибрагим Абутанибович. Доктора должно быть горячее сердце, холодные руки и светлая голова. Да. И все будет у нас хорошо. Следующим врачом, удостоившимся почетной грамоты, стал врач-анестезиолог-реаниматолог Абдулла Абдуллаев. Благодарные пациенты написали письмо и просили отметить скромного, талантливого доктора. Отметим, награждение проходило в рамках проекта «Герои среди нас», инициированного профсоюзом работников здравоохранения Дагестана. Любой желающий может поделиться информацией о медицинских работниках, которые заслуживают народное признание. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала.